Очиститель воздуха. Атмос Аква 1300 относится к типу приборов, которые используют принцип действия, основанный на циклических аква- и аэропроцессах очистки атмосферы на Земле. В водяном резервуаре Атмос Аква 1300 в вертикальной воде расположен сменный фильтр фитильного типа. Основным внутренним компонентом данного фильтра является целлюлоза. За счет капиллярного эффекта данный материал интенсивно впитывает в себя воду, находящуюся в резервуаре. Таким образом, вся поверхность фильтра всегда поддерживается во влажном состоянии. Проходящий через воду фильтр загрязненный воздух очищается от мелкодисперсной пыли. Однако в состав этой пыли входят наиболее пагубные для бронхов и легких человека частицы, различные аллергены, вирусы, бактерии, микроорганизмы, пыльца растений, клещ домашней пыли, споры плесневых грибков, аэрозоли, сажа, табачный дым и так далее. Неблагоприятное влияние именно этих субстанций в воздухе на человеческий организм в целом многократно подтверждено медицинскими экспертами. Процессы очистки воздуха на этом не заканчиваются, а продолжают протекать за пределами корпуса приборов в пространстве помещения, где находится Атмос Аква 1300. Дело в том, что в комплекте с очистителем воздуха предлагается специально разработанная масляная ароматическая добавка на основе натуральных природных компонентов. Пользователь может добавить несколько капель данного вещества в водяной раствор.